О, здрасте, ребята. Здравствуйте. А вы с какого магазина вообще? Амич. Амич, а ничего себе. А это что у вас такое? Что вы собираете? Стеллаж. Стеллаж такой? Да. Это в кладовку такой даже делаете? Да. Такой беленький, красивенький. Это потом вот эти все вот лыжи, все вот эти вот запчасти, все эти пакеты, все можно сразу сложить аккуратно, да? Конечно. Ничего тут себе. Ничего не мешалось. И все, ничего не упадет здесь, да? Вот да, смотрите, как сделано. Бортики сделаны. Ничего себе. Вот так клиент заказал, то мы привезли. Фурнитура здесь написана. А тут еще крючочки, можно все повесить, да, там аккуратненько. Да, старые какие-нибудь фуфайчонки, да? Чтобы не мешалось дома ничего это все. Такая будет кладовочка. Красивая. О, тут даже швейная машинка Зингер есть старинная. Сюда тоже можно поставить она. Сюда, например, раз аккуратненько. Сюда можно удочки сложить, пожалуйста. Вот видите, какие большие пеналы высокие. Тут сверху еще антресоли будет, да? Да. О. Так, ну вот, все, парни уже антресоли прикрутили. Вот такая получается высокая. Вот такая конструкция стоит, получается, 47 тысяч. Заказывайте, кому надо. Любой цвет сделаем. Ну, размеры, конечно, разные. У кого-то меньше, у кого-то больше будет. У кого-то дешевле, у кого-то дороже будет. Вот такая конструкция. Раз, два, три, 4 метра примерно. Высотой, наверное, 3,5 или сколько, да, Артем? Ну да. Примерно так. Такая красота.